Суккот работе объясняют нам во всех этих действиях праздника Суккот, как мы можем увеличить наше маленькое желание, которое называется солит, отбросы, когда в глазах наших это все является отбросами. Ну, там, отдача, ближнее, объединение, любовь. Такие хорошие вещи, но кто это чтит важным? Да, могут сказать, да, молодцы, красиво сказали. Но что это? Это лишь указывает на то, что мы совершенно не имеем к этому никакой важности. Так вот, как поднять важность того, что для нас сейчас отбросы, относительно того, что для нас важно, весь этот мир, все, что он представляет, как эту важность поднять надо всем? Это и есть понятие построения суки, временного жилища, то, что нам пытается объяснить Бааль Сулам. И опять-таки, речь идет о том, что мы должны всегда выбирать высшее. За счет окружения, за счет окружающего света, все время глядеть вверх на важность отдачи.